Алмаюда медиа және кино мектебі креативті индустрия орталығының ұйымдастыруымен ерекше форматта конференция өтті. Это очень здорово, что вы начали об этом задумываться, что действительно образование не для галочки, не для диплома, а для знаний и для того, чтобы ребят могли выйти и сразу начать работать. Это очень круто. Было очень интересно послушать также спикеров с других стран. Там были и прикладные вещи, которые были интересны. Был рад услышать очень много точек зрения, которые подтверждают, что важно не только быть специалистом своего дела, обладать важными там, инструментами, да? Медиа және кино мектебі бір жыл бұрын ғана ашылғаны мен New Media, Digital Filmmaking, қоғаммен байланыс мамандарын дайырлайтын үздіктердің бірі. Еліміздегі шығармашылық индустрияны дамытатын үш тілді мамандар дайырлайды. Онлайнға көбірек адамдар сөйлейді, бірақ ол енді басылымдар, газет, өлет деген емес. Қазіргі тұтынушы, қазіргі көрермен бұл ақпаратты бәрін бірден жұтар емес, ол сұрыптап көреді, ол кейіп Қазақстан мен Орта Азиядағы креативті индустрияны зерттеу мен оқыту – креативті индустрия орталығының мақсаты. Сегодняшняя конференция мне очень понравилась, потому что я здесь увидела много молодых, красивых, горящих, креативных ребят. На самом деле я очень люблю всегда встречаться, работать с молодежью, потому что это заряжает позитивом, это вселяет надежду на то, что в будущем все будет становиться только лучше. Здесь чувствуется, что люди хотят давать пользу, хотят закрывать вопросы, хотят давать то, что необходимо рынку и людям, и студентам. Это очень круто. Да, что не только спикеры выступают, но есть и какой-то хороший материал, исследования. И самое главное, что студенты вовлечены в это. Да, и что есть какой-то интерактив, не просто спикеры, которые вещают в одну сторону, а есть действительно обмен опытом, знаниями и впечатлениями. Бұл шараға білім берудегі өзекті мәселелерді шешу үшін студенттер мен медиа саласындағы үздік сарапшыларды жинады. Для меня Алмаю – это современная, креативная и горящая молодежь. Алмаю – это университет, который понимает, что происходит за стенами университета. Алмаю – это креатив, наверное, более неформальная обстановка, где люди могут выражать свои мысли, творить и, в общем-то, мечтать. Я очень рада, что сегодня прошла эта конференция. Мы смогли очень много всего нового узнать и сделать. В первую очередь нам удалось вместе объединить профессионалов рынка со студентами, и даже более того, они в рамках интерактивной секции у нас смогли погенерить и сделать профиль будущих профессий. Да. Будем внедрять, теперь обновлять образовательные программы.